Сегодняшний день стал значимым событием для многих школьников района. 30 ребят, проявивших себя в учебе и спорте, получили свои первые паспорта гражданина Российской Федерации. Торжественное мероприятие, приуроченное ко дню государственного флага, прошло в зале администрации района. Оно было организовано управлением образования совместно с движением первых. На мероприятии присутствовал глава района Заур Хамирзов, который поздравил юных граждан с этим значимым событием. Он вручил каждому из них памятные подарки, подчеркивая важность данного документа в жизни каждого человека. Я уверен, что вот этот первый документ, который вы получили на руку, он последний. Впереди у вас в этом году государственный экзамен. Вот я говорю, что 9 класс в основном. Я желаю, чтобы вот эти сложные экзамены сдали, чтобы получили только первый паспорт, но и первые аттестации в жизни. Чтобы в жизни у вас удалось, чтобы радовали своих родителей, педагогов. Ребята, удачи вам всем. Председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев обратился с теплыми словами к виновникам торжества. Ну, ребята, хороших вам дел, хороших вам достижений, жизненных путей и много хороших, красивых дел на благо России. Глава Кашхабского сельского поселения Байзет Хамдохов добавил, что получение паспорта является важным шагом на пути к взрослой жизни. Сегодня у вас волнительный день. Вы все получили главный документ, это паспорт гражданина Российской Федерации. Теперь у вас у всех появляются не только новые права, но и обязанности вместе с этим документом. Я уверен, что каждый из вас настоящий патриот своей страны, своей родины. Желаю всем здоровья, счастья, исполнения всех задуманных желаний. Также с поздравлениями выступила начальник управления образования Асиат Берзегова. Юные, дорогие граждане Российской Федерации уже теперь, я тоже от души поздравляю всех самым первым ответственным днем вашей жизни. Любите свою великую страну. Будьте патриотами своей малой родины, своего района. Пусть каждое ваше утро начинается с добрых дел. Будьте здоровы и будьте всегда первыми в реализации ваших добрых дел. Удачи вам! В завершении мероприятия была сделана совместная фотография, которая станет памятью об этом дне для всех участников. Получение паспорта – это не только формальность, но и символ взросления и новых возможностей для молодого поколения.